Спасибо, отец вот меня наставил научить. Господи, я позову сейчас всех сюда. Я буду. Душит, душит, это душит. Сиси, сиси. Али, как водится. А на утро Мария пригласила Ивана на танец. Буэнос диас, Хосе Игнасио. Если бы меня видели мои кореша. Мучас грацио хулио иглесиас. Моя семья. Аминь, амба капут. Ни за что бы не поверили. Ну просто фантастика! Здравствуй. Это я, Роза. Нет. Это я, Роза. Я сесть? Если твоя хотеть сидеть, то моя разрешить. Рикардо, только не в себя. Если твоя покончить себя, то моя наложить себе в руки. Очень нравятся евреи. Да точно они такие умные и предприимчивые. Дети, спасибо, что я инвалидка какая-то. В самом деле. Что, что случилось-то? Муж на проводе. Вот обычное событие, муж на проводе. Я иду уже, хорошо. Спасибо, мужчина. Да не за что. Я сегодня уже восьмую женщину до города подвожу. А я еще не женщина. Так и что, и не город. А при чем тут тетка? Товарищ зять, какие-нибудь еще приказы они будут? Да валите отсюда. Есть. Вам с тобой? Это Янко. Я узнаю голос этого прекрасного, красивого, молодого человека. Зайка моя. Я бы хотел открыть вам тайну всей моей жизни. Вы не интересуетесь продажной любовью? А что ты радуешься? Никто не женится. А? Вот это что это я? У нас с вами много чего может быть. Ское дело. Тихо, Василиса, тихо, я тебе сказала. Если мне не изменяет память, ведь вашему сыну уже лет два. Не родители детям, а дети родителям. Конец. С сегодняшнего дня я сажаю тебя на диету. Бедную девочку, дай сиденье, деда поруга. Для будущего. К ним рабею. Надо записать. Да не надо, так же тоже. Дюймовочка. Помни, мой мальчик, что до 12 часов ты должен из этого клуба уйти. Быстро распрощалось. Мне рано встретила с весу, и навсегда со мной осталась. Так! Полечу-ка я, говорит, в клинику. Угу. По перемене пола, дурак-то. Нет, мою. А будет? Я не понял, а я что-таки буду как с костылем, с этим чемоданом? Заходи, Вань, не бойся. Я села в карету и стала принцессой. Да ты посмотри. Жалко, я его в день свадьбы не убила, урода. Ты посмотри. Кстати, давно собираюсь вас спросить, откуда у вас такая странная фамилия? Мбумба Шереметьева. Бутылки? Так я же, если не замужем... Мне пот. А, сейчас. Спасибо. Пожалуйста.
но не в волшебную страну, Татош, а в Вологодскую область. А за сумму, указанную в страховом полисе. Ну, кто был прав? Я же говорила, прекрасно встретим Новый год дома. Ну, палочки у нас, ты сам знаешь. Кремом. Как видите, свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Что такое, я не поняла. А что это такое? Мы договаривались на 100 баксов, а здесь 50.